Всех приветствую. Сегодня у меня распаковка очередная. Таких две посылочки. Каких-то очень маленьких. Я не знаю, что там. Давно ничего не заказывал. Что-то идет. Тут за доллар. Что-то я покупал за доллар. Эх, посмотрим. Так. Какой-то порошок. Это, кажется, креветки, или как это называют, такой заказывал, который, сейчас посмотрю, сейчас вторую посылку открою, вторая посылка стоит 80 центов, да. И посмотрю, что это за товар такой интересный. О, а это мне все идет и идет. Это наживка, это для рыбака одного заказывал. Такие красивые штучки. Запаковано хорошо. И для каждого индивидуальный пакетик. Открывать не буду. Такая вот фирма. Ну, человек заказал. Сказал, что стоит очень дешево. Качество хорошее. Мне даже кажется, что качество хорошее. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Короче, вот эти организмы, их надо в воду, и они будут расти. Вот, становится 150 миллиграмм, добавить воды. Посмотрел, заказывал это на Алиэкспрессе, это какие-то рычки, вот у них вылупляться. Ссылку дам в описании. Ну и там будет видео, где я буду показывать, как они растут, сколько дней исполнилось. Вот это вот беленькая, это подкормка. Вот этот порошок, это сами рачки. Вот здесь можете почитать, кто знает английский. Посмотрим в следующих видео, я на выходных я начну их выращивать. Посмотрим, буду периодически снимать, как они растут, не растут, что из этого получилось. Тут, кажется, два каких-то, которые... А нет, это... Порошок один, подкормка и дочки сами. Даже не знаю, зачем их заказывал. Дешевый. Посмотреть можно. Вот это вот последние товары рыболовные. Больше у меня тут не будет заказывать. Шло вот это вот чудо. Кстати. А нет, я думал, что это разные фирмы. Фирма одна. Шло больше 3 месяцев. В декабре заказывал, где-то 14, до 14 декабря заказал. И вот сегодня у нас какое? 21 марта. Еще не особо не спешили. Все, подписывайтесь, ставьте лайки.